Ребята, всем привет! Сегодня 8 февраля 2020 года. Мы наконец-то приехали на рыбалку. Мы находимся на озере Ямы-Лиму-Яганто, на котором расположена местная грязь. Серега уже делает первые замеры глубины. А, кстати, запускаем сегодня на рыбалке с Серегой. Давний друг. Так, ну что, ребят, мы начинаем. Попробуем приманить окуней сначала таким небольшим ратлином. Как он подойдет под лунку, мы будем добивать его вертикалками. Но балансир он, скорее всего, клевать не будет. Но соберется, будет смотреть. Ну, я так думаю, во всяком случае. Название этого озера можешь выговорить, где мы сейчас? Нет. Так, ну, я думаю, достаточно. Снимаем ратлин, ставим его. Вертикалочку с минимальной подвесочкой. Даже в самое глухозимное глухозимье такие блесны приносят ощутимый результат. Ёрш, надо отсюда валить, похоже. Ты какие-нибудь печеньки брал к чаю? Нет, я вообще не знаю. Окунь сошел. Окунь, да? Да. Мне хорошо, хоть я этот термос успел ухватить. Мне Настя говорила, возьми печеньки. Возьми. Я говорю, да че, кто их есть будет. Сейчас сижу и хочу есть печеньки. Нет, ершей. Бля, а че у меня тут перестало? Так. Фольклор, Серега. А ты видел, кстати, что там на земле творится? Ну, в средней полосе вообще льда нет. Ну так, местами, короче, намерзло. Так и льда нет, и снега нету. Какая весна будет, а как? Как растить ему весной без воды? Вот вопрос. Угу. Как реки без поводка? Как луга заливные будут себя чувствовать. Ну, тебя понесло, конечно. А ты представь себе вот это все. Я что-то вот прям задумался. Ты хочешь сказать, апокалипсис нас ждет? Что-то взаимосвязано. Ну, по крайней мере, какие-то сложности будут. Что происходит вообще? Червяк вот когда убежал там. Причем вот на эти блесны. У них нормальные там плотва, сорога да, всякая да, клюет. Да. Они где-то вообще чудеса там творятся. Ну, окуни, ершину, верши вон, пожалуйста. Щук, я кучу ловил. Щука. У меня есть тюнингованные эти блесны. Где вместо этой цепочки? У меня три заводные кольца. Ну, полноценные, ну, типа подвески получается. И крючок, ну, здоровый такой, практически карповый. Ну, это на серьезных рыбалках. Потому что вот которые родные, проволока ее разгибает, нефиг делай. Ну, окунь даже там грамм 500. Так, Серег, еще 3 минуты, я перебориваться буду. 4 ерша и один окунь. Это 5 ершей и один окунь это. Ну, окунь вообще не считается. Где? Не, ну я его видел. Видел? Да. Заснять успел? Я в этих номерах не особо шарю. По какой классификации? Да блин, ты видел, что творит. По японской. Ну, он, кстати, семерочка, она у всех примерно одинаковая. Посмотрела, серединка такая. Ну, если говорить о женской груди. Я про крючки. Рыба, рыба у Сереги. Да, Юр. У нас уже куча ершей, блин, но. Ты смотри. Ух, какие хорошие, слушай. Вот. Я их ел. Уха, говорят, из них вкусная. Да не, много раз варил. Нормально. Не, ну их в этой, в марле сварил. А, ну потом что? Потом выкинул. Не, чисто не для, разбирай, для да? навара, да. И норм, норм. Ну, конечно, норм, но... Ну, красную рыбу лучше добавить. Ну, это... Лучше муксуна там. А, пока это... Ершейки, да. Какое стадо.
Покажи, или видно там? Да, наверное, видно. Какие шустрые. У меня все руки в соплях. Они живучие. Хотя я не сморкался, блин. Надо же понимать. Их вот так вот это держишь, чтобы они не мешали. Ух, ничего себе! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Красавчик, ты посмотри. Теперь руки вытяни в камеру, покажи вот там, как правильно делать. Сейчас вырезка будет ближе, ближе, прям ближе. Серега поймал окуня, грамм 700 в нем. А если вот так, ну я думаю, 100-то будет. Огонь. Красавец, как он выглядит. Что я сделал? А, выгнулся. Ну вот это все, вот открыто. Давай тащи. Своего тоже, наверное. И я окуня поймал. Полосатик. Все. А сейчас шла уже 16-я минута, по-моему. Морячок. Так, ну этих отпускаем или ты забирать будешь? Я не. Что, прям туда? Или пусть полежат? Да не, пускай сразу. Да? Иди, братан. Так, два окуня. Три окуня у нас. Ляу. Я думаю, надо тебе керосинку все-таки прибавить. Прибавить? Чуть-чуть, да. Я могу. Это керосинка называется? Ну, керосин, но она как лампа, только печка. Как лампа, только печка. У нее получается... А ты ее где брал вообще? Где, в магазине? Ты не поверишь. Да почему? Я озадачился отоплением... Гаража? Нет, палатки на рыбалке. Ну, она реально громоздкая, если так, ну, объективно смотреть. А с другой стороны, объективно, вот скажи мне... Тебе у нас там вот это вот снизу, это же бак? Это бак. На сколько хватает? Ой, надолго. Дня на два, если едешь на балку, заливаешь, вот, можно же еще собрать. А выхлопы там всякие вот? Ничего нет у меня, ну видишь. Вот у нас кислород жжет. Ну, кислород жжет, но открываешь вентиляцию и все еще. У нас сейчас вентиляция закрыта. Ну, все. Нет, почти закрыта. Нормально все. Естественные отверстия в палатке просто имеются. Ну, что же вообще у нас есть на рынке? Блин, не снял, как ты отпускаешь. И в итоге... Вот обрати внимание, я тебя перебью на секунду. Верши отошли, окунь, ага, стопы, они ее вычистки. Погнали с этим, с отражателем. Я еще раз покажу. Зеркальным. Фирму специально говорить не буду, там вырежу. Ну, объективно громоздкая, конечно, но тепло. Она тяжелая, нет? Я не поднимал. У меня с керосином, ну, килограмм 5-6. Печер, ну, блин. Ого! Ага. Это поклевка. Блин, ну ладно. И получается с отражателем, как камин. Что они делали? Бачок с шариковым клапаном. Бачок достаешь, очень удобно наливать его. Окунь. Ого! Это кто? Это плотва. Ничего себе. Видишь, вот эти блесенки, да, объективно, да. Они и вот и прекрасно. По сорожке, и по окуню, и по ершу. Вот за счет подвески, а, блин, я еще раз говорю, февраль, глухозимий, полноценный. Ничего не будет. То есть, да. Ну, вяло, скажем вяло. Так. Но тем не менее у нас рыба, вон, смотри, порядочно. Потом на них, на этих печках, на японских, был электроподжиг от батарейки, представляешь? Да какие, в какие годы было? Включил, это 94-95 год. Это дембель 95-го, да? 96-й. Клюет, клюет. Поздняк. Клюет. Ждем. Пауза. Еще пауза. Ну, клюй. Есть. Как думаешь, кто это? Окунь. Сейчас здоровье. Проверим. Морячок. Ну, тоже под... Ну, даже станет грамм, но тем не менее, друзья, глухозимный окушок. Породы полосатые. Ну. Пять штук. Пять. Да. А может, это был один и тот? Опять материться будут в комментах. Типа, что отпуск? Вот как будто это, блин. Я не знаю, я коллекционированием окуней не занимаюсь. Ну, как бы. Тебя это, крючок надо поправить там. Серег. Сосиску? Да, сосиску поправь. Да, что я говорю, да. Веду учет больших окуней. Ух, хорош. Смотри, фрикцион сработал. Серый. Ого. Серый. Вот это конь. Это уже. Такого даже пожарить можно. Не знаю, слушай. Это... 150 есть? Ну, смущает. Что думаешь? Или тут как? С паразитами. Ты про меня? Нет. Я прогресс. Слушай. Хорош, хорош. Ну, это. Кайфанул, да? Он не помещается в лунку. Так у тебя сверло, потому что.
Вот только соберешься перебуриться, да? Такой влетит один. Что там у Серега? Понятно. Массовики-затейники. Это я присяну. Да, клюет. О, да, иди сюда. О, монстр из глубин. Попался. Пятнистый окунь. Редкая порода. Опа, ого. Это акушара. Девятый или десятый? Десятый уже. Ай-яй. Куда там показывать надо? Ай! Иди, как там? Лети, 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 сток. Через запад на восток. Знаешь анекдот про девочку и золотую рыбку? Нет. Девочка, да, он поймала золотую рыбку. Так, говорит, ну что смотришь-то? Делай, делай, что надо, и отпускай. Девочка смотрела, смотрела, ага, вспомнила. Лети, лети, лепесток через запад на восток. Жестко, конечно. Так, ну. Узлы тебе вяжут. Да, я вот как раз об этом подумал. Как бы так аккуратно сделать, чтобы... Блин. Кровавая баня-то из мышей. Хотя у меня есть удочка с мормышкой тоже. Это должен быть окунь, надеюсь. Да. Кушок. Кушок. Волосатый. 11. Рыбешок. Ого. Я все. Ого. 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 И ты сорожкой отметился. Какая красивая стыка. Еще вот. Вот. Все. Так она на килограмм тебе. Ну, конечно, комфортно вот, ну, с этим всем вещи. 11. Но тем не менее. Верши превосходит. Я как это вообще пищу. Смотри, о, вот это да, вот это зачет. 14. Это интереснее. Так, что это? Я хотел достать термос. Энергетический. А у тебя с этими, с присадками твоими? С присадками. Как это называется? Ну ты там добавляешь эту какую-то. У меня. Растительность. Алтайскую или такую? Нет. Сейчас у меня все местное. Местный Иван-чай заботит. Привет, Серега. Ну, кто бы сомневался, я же чай наливаю. Что туда рыбачит? В 6 утра встал, пошел, сапа надул, наконец-то. Ох, какой хороший. 15. И на сапе, короче, километра 2. Только жаловался, что ли. Километра 2 от берега отошел. Камень на берегу взял, у меня веревка метров 30, якорь, короче, сделал. Ну что, ребят, наша рыбалка подошла к концу. Сегодня мы отлично половили ершей, поймали 17 окуней. И собираемся домой. Все, до новых встреч.